Знаешь, что я тебя хочу попросить? Чё? Тут баллон сможешь убрать? Вот тот? Да, я сейчас там вот его открою. Барсик? Барсик? На-на-на-на-на-на-на. Да. Что там закрыл? Ну, просто его накинь. Это туда к желтой стрелочке подойдешь с лопатой? Давай. Видел, где она стоит? Да, тут я сейчас подъеду. Ребят, сегодня у нас 3 января. Вот. А нет, 2. Сегодня 2 января, и мы после сильных морозов решили ехать убирать подсолнечник 60 гектар. Вектор уже упылил. Я вот на МТЗ-1921 сейчас цепляю тележечку и качу к нему. В общем, убирать будем одним комбайном, а на завтра у нас уже передают снег. Так что, наверное, будем молотить до последнего по возможности. Короче, такие вот дела. Что, пристыло что? А? Пристыло что? Да. А ты пробовал дернуть? Да.
давай, я понял. Давай. Подожди, что я сделал? Опусти его пониже, наоборот. Все. Ага. Вот теперь все. Да не надрывайся, опусти. Зад, давай. Палец, да? Зад, что там? Не надо ничего. Что такое? Так. Сейчас найдем. Что там, нигде нет? Ну, давай. Тут что-то нет. Блядь. Зря, конечно. Что зря? Зря, не зря. Надо. Да, пап. Тише. Да. Эх, коняшка мой, стоит, скучает. Где-нибудь уроки без снега намело. И все на свет. На день должна быть опровод. Есть? У меня вообще нет. Блядь. У меня не попеть. У меня на мегафоне в минус ушел. Не могу отправить смс, чтобы пополнить свой счет. Бля, знаешь, что я тебе могу сказать? Что тебе не нравится? А хотя ладно, сейчас сделаем. Что это хочешь? Колесо подкачать надо. Ну ладно, дай лопату мне. Пока что. Давай. Все, поехали. Сука, с чем по врезку? Оставим здесь ее? Да. Че, ветром не улетит? Ветром застрял. Левая рука.
Чё нахуй? Хватит сейчас шланга. Ну давай вытащим шланг, вытащи попробуй. Какой вытащи? Куда? Сюда, бля, и загоним обратно на вес сюда. Куда? Сюда, сейчас телега. Я боюсь, не хватит вот этого шланга. Какого? Давай его вот так вот. Не, подожди, ебать. Да не хватит, я не буду отцеплять телегу, ну и нахер. Да ебать ты. Все равно этот трактор угонять, качать на этой телеге, на большой. Ну потом. Все один к одному, блин. И хочет, сейчас захочет. Держи. Захочет. Я здесь еще не включу запись. Нет. Пока что. Сука дохла. Насосик у него ебал, конечно. Попробуем их с эфиром, может получится. Чуть насосик, может быть тоже получится. Денис, иди нажми сцепление у него. Полегче будет маленько. А нахуй так-то? Так, чем качать будем? Вопрос уже интереснее стал. Ну, я думаю, электро. Попробуем машиной. Эту дверь-то закрой.
Леди правая. Колхозник ебашит. Быстрее крути. Есть? Есть. Выключи его пока. Я сейчас тут воткну, чтобы он не жужжал. Давай машину заведем. Сейчас заведем. Надо так сделать. Ага, выключил, молодец, конечно. Все, сейчас заведу. Сейчас надуем, на телеге качали вообще. Сейчас сломаешь что-нибудь опять. Да уйди ты, блядь, тяжело. Сюда я вылезу. Да я вылезу, говорю. Давай, давай. Мордовка сраная.
ребята, короче, время 11 часов ночи. Добрался я до поля с пустой телегой, вот. Стоял, короче, трактор работал. Думаю, выйду, посмотрю, как там у меня солярка себя чувствует в нижнем баке. Вот. Замерзает, не замерзает. Короче, начал смотреть. В общем, у меня весь нижний бак сожрало. Верхний бак полный. То есть солярку прихватило немножко. И по штуцерам она не спускается в нижний бак. Вот, соответственно, трактор у меня сейчас стоит на поле. За мной приехали. Вот. Сейчас еду на машине. Взял 2 50-ки канистры. И поеду на заправку. Возьму зимнюю уже солярочку. Вот. И залью себе в трактор. И можно продолжать работать. В тракторе у нас летняя, в комбайн залили зимнюю, так что в комбайне все нормально, а вот в тракторе летняя. Сейчас температурка у нас резко упала, 23 градуса, плюс сильный ветер, соответственно, летняя солярка перемерзает. Так что такая вот беда. Ладно, хоть нигде у меня ни посередине дороги не случилась эта беда. И ладно, хоть я заметил, а то поехал и далеко бы не уехал. В общем, такие вот дела. Итак, дорогие друзья, отвез я вторую телегу. Вот, возвращаюсь обратно. На полпути начинается сильный снег, как и передавали. Заметает дороги. Вот, но не знаю, как там на поле. В общем, пока что я еду. Большая телега полная. Сейчас эту отцепляю, как приеду, и большую телегу отвожу. И спать я уже точно не буду. Вот, время 2 часа ночи. Пока что такой вот расклад. Солярку купил я зимнюю. Вот. Ну, сейчас на заправках она везде зимняя. В общем, залил, проблем пока никаких нету. В общем, работаем. На улице минус 25. Было. Сейчас вот снежок начался и температура немножко ползла вверх, уже 21, но все же сильный ветер и снег так очень противно, очень каляется, очень обжигает, такой мороз прям с ветром. Но в кабинке более-менее тепло, правда не знаю почему, но печка временами то теплый воздух дует, то холодный, завоздушивается, по-моему. А в чем причина, фиг ее знает. В общем, разбираться некогда. Но без перчаток работать можно в кабине. В общем, нормально, более-менее комфортно. Самое главное, что ветра нет такого холодного, как на улице. В общем, пока катим. Больше я вам ничего не могу сказать. Что-то интересное рассказать. В общем, зацеплю большую телегу, там будет 2 таких небольших спецучастка. Вот там-то я как раз и сниму, посмотрим, как я буду их преодолевать. В общем, сами все. Короче, друзья, двигаемся домой. Телега очень тяжелая, трактор буксует. Сейчас она у меня зацеплена на трассу, вот, потому что обычно сцепка через дышло. Я не вывозил на пару подъемов. Извините, что не снял, блин, короче, некогда было, и тут рулежка, и кнопки, и скоростя, еще выпрыгиваешь, смотришь, что куда, в общем, снять не получилось, да еще и ночь, вот, но пока что двигаемся, подъемы очень даются тяжело, дорога, которую мы накатали, очень скользкая, вот я ухожу на пашню, на первую передачу рабочей, 5 километров, едва-едва зацепляясь за пашню, вроде бы как-то начинает переваливаться более-менее, на бугор подниматься. А так, хоть ты по ровному полю, где подсолнечник был сеян, там, или озимка, не поднимается и все. Лед буксует. Вот на пашне единственный выход. Сейчас вот катим, спереди у меня вектор. И я еду на первый рабочий, ой, на первый транспортный. Время у нас 3. Уже, наверное, как полчаса мы едем, еще полпути не прошли. Еще пару, наверное, спецучастков таких будут. Дальше. Я думаю, попроще будет.
метель поднялась. Мороз, снег, ветер, вообще, блин, погода, конечно, испортилась. Немножко мы не убрали. Вот, но пока что движемся домой. Итак, дорогие друзья, все, прибыли мы домой. Довезли телегу, доехали сами. В общем, погода ужасная. Сами видите, очень сильная метель. Сколько градусов, сейчас я вам скажу. Ну, очень холодно, ветер сильный. Минус 18. Минус 18, плюс снег. Сильный ветер. В итоге получается очень плохая погода. Время 57 минут 4, без 3 минут. В общем, короче, ребята, все, мы домой отдыхать, спать. Погодка подала нам жару. Смотрите, как метет сильно. Это, наверное, первый день в 2016 году рабочий. И такой рабочий, что аж с 2015 году. С 2015 года остались дела. Причем такие не маленькие. Уборка подсолнечника. Вот. Ну там осталось гектар 10, наверное. Короче, убрали мы почти все. Вот. В общем, что вам еще рассказать. Завтра будет много снега. Не знаю, может быть, завтра займусь ТЗ-82Е1. Там надо эту кошку подварить, точнее, нож зацепить. Что-то генератор у него не фурычит. Посмотреть. Вот, заправить. И можно будет чистить снег. Ну, в общем, посмотрим. А сейчас направляемся домой, баньки. В общем, всем пока. До скорых встреч. Видосики обязательно будут. Не стоит унывать. Ставим лайки, комментируем. Чем больше лайков и комментариев, тем чаще выпуски. И более качественные. Всем пока. До скорых встреч.